Здравствуйте, товарищи! Значит, мы начинаем первое занятие кружка любителей гегельской диалектики в новом учебном году, 2019-2020. Значит, этому предшествовали уже многие занятия, поскольку мы с вами находимся не в первом томе науки логики, а уже во втором. И за плечами у нас рассмотрение учения о бытия, учения о сущности. И вот мы приступаем к рассмотрению учения о понятии. И также вот здесь проделали известный путь, а именно мы рассмотрели вообще, что такое понятие, да? Что такое понятие? Понятие — это восстановленное через сущность бытие. То есть это какое бытие теперь? Было первое бытие, непосредственное, а это опосредственное сущностью. Правильно? Так что понятие, можно понимать его в субъективном смысле, в смысле, что у нас в голове понимание такое есть этого, а можно и в объективном смысле, когда вы берете то, что вы брали как бытие просто, без сущности. Есть и все. А теперь вы видите тут и явление, и существование, и, так сказать, все, что было показано в сущности, потому что, когда мы двигались через категории сущности, мы там снова увидели это восстановление бытия, но уже через сущность. Хотя изначально бытие было просто снятием, отрицанием бытия. И поэтому первые вот категории, которые мы рассматривали, это рефлексия, отрицание. А что такое рефлексия? Отражение. Вот вы не товарищ Хорошев. Согласны? Согласен. Вот товарищ Хорошев — это вы. То есть вас я в данном случае представил как через товарища Хорошева. Как? Рефлективно. Я не Мордовин. То есть вы я представил Мордовин не я. Это все, но это рефлективно, да. Правильно? Вот, те, кто не занимается в этом кружке, те не диалектики. Но из этого не следует, что те, кто занимается, тоже диалектики. То есть мы должны понимать, что это очень высокое звание, и если здесь кто-то есть такой, который может сказать, что я все понял в науке логики, пусть встанет и скажет. Я, по крайней мере, остерег сегодня с такими заявлениями, потому что вот мы сейчас с вами забрались в такое самое сложное место, я бы сказал. Ну, я могу так сказать, потому что я, по крайней мере, до конца прочитал и несколько раз. И знаю, что там будет как бы яснее и проще, чем дальше к концу. Знаете как, вот лошадь уже бежит, так сказать, она уже почуяла, где у нее будет и отдых, и корм, и так далее, когда там абсолютная идея, идея добра, идея истины, а перед этим процесс жизни, живой индивид, род, так что там гораздо легче это будет восприниматься. А здесь что сделал Гегель? Он впервые в учении о понятии забрался, можно сказать, в дом, который был построен предшествующими логиками. И говорит, вот здесь у меня другая трудность. Там я искал для учения об бытии, учения о сущности материал, для того, чтобы это, представить это все движение. А здесь наоборот, так сказать, мы как бы явились в такой город, который устроен уже давно и хорошо, и удобно. И теперь, значит, надо сделать как бы перестройку этого города и оставить в стороне некоторые его части, которые вполне так, устроены удобным образом. Ну а поскольку он отличается от Горбачева тем, что у него перестройка — это не самоцель, а речь идет о чем? О том, чтобы представить вот, классификацию категорий логики, как классификацию, основанную на вот этом предшествующем движении, чтобы можно было опираться и на учение об бытии, и на учение о сущности. Они так просто вот запишите, что это вот аподектические категории — это такие, так категорическое суждение — это такое, суждение на личном бытие — вот это, суждение рефлексии — вот это, и, так сказать, раздергали все. И в этом, в общем, никакого движения нет. А если нет движения, то нет выведения, нет науки. Потому что наука – это система знаний. То есть вот ему хотелось, и он вот здесь приступил к тому, чтобы навести порядок и в той систематизации категорий, которые существуют к этому времени в логике. Ну и, так сказать, вполне используя те уже названия, которые есть, он ставит, естественно, раньше те категории, которые являются более простыми, позже тех, которые являются более сложными, и идет от более простых к все более сложным. И, соответственно, у него получаются и довольно крупные такие куски, крупные деления, скажем, есть суждение вечного бытия. Следующее суждение – рефлексии, потому что все, можно сказать, что все учение о бытии – это о наличном бытии разговор, правда? А все учение о сущности – рефлективное, отраженное, это отрицание. Раз это отрицание бытия, там отрицается всякое бытие, которое возникнет. Отрицается, отрицается, а потом уже так получается, что оно восстанавливается в сфере сущности. Все равно это бытие всплывает, потому что оно в сущности есть. Оно не налицо, но есть. А потому оно и получается двойное всякое бытие. Почему от нас получается явление и что? Закон. И закон. Правильно? Все двойное. Там действительность берется уже как и выражение с одной стороны закона, но когда выражение сущности имеется непосредственно, так сказать, уже в бытии, на поверхности явления. И тогда то есть в нашей жизни, в обычной нашей жизни мы можем отличить то, что действительно, и то, что недействительно. Вот если один человек в соответствии сущности человека, так борется за общее дело, за общественные интересы. Не просто разговаривает на эту тему, но что-то делает для того, чтобы жизнь изменялась к лучшему. А есть другие люди, которые думают, как тебе надо набить карман, набить мошну побольше, урвать и так далее. Они были и при социализме, как вы знаете, и они во многом ответственны за то, что мы снова оказались при капитализме, потому что мы думали, что их уже мало, что это преодолено, или многие так думали. Одни думали, а другие были выразителями этих вот таких действий, таких позиций, таких взглядов, поскольку сущность содержит в себе отрицание, и социализм содержит в себе отрицание, как низшая фаза коммунизма. Содержит социализм в себе капитализм? Содержит. Ну, раз есть, поэтому не удивляться, не стоит удивляться, что как только объявили, что не надо бороться за социализм, классовая борьба прекратилась, все закончилось. Ну вот как только вы прекратили классовую борьбу, все закончили, потому что социализм как бы существует до тех пор и тогда, когда идет борьба за полное уничтожение класса. Как только объявляется, что уже нет никакой борьбы, классовая борьба прекратилась, социализм победил полностью окончательно. Я что, повторяю формулы, которые были провозглашены на 22-м съезде. Ну и тем более не нужна диктатура пролетариата, как такое диктатура? Как средство, как метод. Ну, вот мы знаем две известных формулы диктатуры пролетариата. Одна – это определение в великом почине, что диктатура пролетариата – это научное, латинское, историко-философское выражение. Не выражение «я», как некоторые трактуют, есть диктатура, есть пролетариата, и складывают там, и показывают, теперь они как понимают. Это одно выражение диктатуры пролетариата. Здесь уже, когда речь идет о социализме, вы никак не можете рабочий класс считать в старом смысле, какой был еще у слова пролетариат применительно, может, к Древнему Риму или Древней Греции, что это лишенный собственности. Какой же он лишенный собственности, когда он руководящая сила общества? То вот диктатура пролетариата, это научное латинское историко-философское выражение, означает вот что, что только определенный класс. А именно, обратите внимание, не весь рабочий класс. Этого Ленин не говорит. Диктатура пролетариата означает, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, не строительные, не транспортные. А те, которые с самим капитализмом связаны, потому что еще нет другой связи, кроме той, которая создает само производство. И если мы не опираемся на производство, мы не материалисты. Если мы хотим быть материалистами, мы должны понимать, что именно вот этот класс среди всего рабочего класса выделяется класс городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих, которые руководят всей массой трудящихся и эксплуатируемых на всем пути до полного уничтожения классов. И вот с одной стороны, это уже какое общество? Социализм классовый или бесклассовый? Бесклассовый. Классовый. А? Бесклассовый. Социализм? А? Социализм. Бесклассовый. Бесклассовый. А вы что? Классовый. А вы классовый. У каждого свой социализм. Как только мы про классы забываем, да? Кто мы? Если мы пытаемся строить... Как же мы забудем, когда вы только что сказали прямо противоположное тому, что сказали другие. Ни за кого мы не забудем. Значит, и прямо противоположное тому, что сказал Ленин в этой работе. Ленин написал, социализм есть уничтожение классов. Вот кто науку логики не изучал, он этого не заметил. Социализм есть уничтожение классов. Процесс. То есть не просто процесс, а социализм и классы, и деление на классы противоположности. Так? Социализм есть уничтожение классов. Что такое уничтожение? Превращение классов в ничто. И более того, в этой работе, если вы ее внимательно читаете, я думаю, что вы ее внимательно перечитаете, говорится, что уже антагонистических классов нет. Раз нет антагонистических классов, то классы уничтожены в основном. Если в основном классы уничтожены, вы понимаете, что такое основа? То есть основа выше основанного, выше, глубже и шире. Вот. В основном. Значит, в основном уничтожены, но не полностью. Поэтому говорить можно о том, что нет полного уничтожения классов. А если нет полного, значит есть неполное. Только всего. А не то, что их нет. Вот именно. Я о чем говорю. Так их нет. Нет, их нет, как тех, которые дают возможность сказать, что общество классовое. Общество без классовое в низшей фазе, когда классы еще полностью не уничтожены. Я понял, это как клопы в общаге. Да. Он уничтожен. Да. Он какой-то сволочь. То есть, если бы не клопы, вы бы не поняли это ленинское. То есть надо читать Ленина и пожить в общаге, и тогда поймешь, что такое полное уничтожение класса. Нету класса как целого. Почему? Классы нельзя рассматривать, класс нельзя, не бывает один. Речь идет о классовом делении общества. Это классовое деление общества в основном преодолено. То есть общество давлеет на... Да, в основном преодолено, но не полностью, поэтому... Если прекратится борьба рабочего класса и осуществление его диктатуры, то вместо движения к полному уничтожению классов, то есть социализм есть уничтожение классов, то есть социализм уничтожит эти классы и станет чем? Чем? Наоборот, произойдет наоборот. То есть уже делаешь, чтобы масса... Что значит наоборот? Социализм уничтожает классы. И чем станет социализм? Коммунизм. Нет, когда станет? Тоже неправильно. Когда отменили диктатуру? Причем это отменили? Когда классы будут уничтожены полностью. Что? Так коммунизм или высшая фаза? Высшая фаза коммунизма. Но ведь вы видите, что это два противоположных высказывания. Сказать, что наступит коммунизм только тогда, когда будет полностью уничтожены классы, это значит не признать социализм за коммунизм. Это грубое извращение теории коммунизма Маркса и Ленина. Грубое. Нельзя говорить, коммунизм будет. Надо говорить, будет. Потому что коммунизм уже есть при социализме. Социализм это и есть коммунизм. Начальная форма. Начальная, первая. Почему она начальная? Не может быть долго столько быть. Начальная, она может 100 лет быть. А вы говорите, от нее уже к капитализму перешли, а у вас все она начальная. В Китае 100 лет будет переходный период. Они до социализма еще не дошли. То есть они не дошли до коммунизма. До коммунизма не дошли. Они находятся в переходном периоде от капитализма к коммунизму. И надо сказать, что вот в этом вопросе путаница есть вот во всей литературе после 1936 года. Скажем, если вы возьмете Сталина, выступление на сессии, которая принимала Конституцию, и там говорится, что социализм это... Первая фаза коммунизма. У него совершенно точно это говорится. И говорится, что государство у нас является государством диктатуры пролетариата. А дальше, если пойдете смотреть всякие другие писания по этому поводу других людей, то вы увидите там разноголосицу и околесицу. В том смысле, что строит все коммунизм. И у китайцев сейчас вот есть у товарищей китайских тоже, что мы, дескать, построим. Но они действительно сейчас строят коммунизм. Вот у них еще нет ошибки. А вот когда у них будет социализм, надо будет говорить, что теперь мы будем строить, вообще говорить о строительстве полного коммунизма как-то глупо. Потому что если у вас коммунизм есть, то значит у вас есть уже дом построен. Вам в этом доме нужно бороться с его отрицанием, с грязью, с пылью, с тем, что с недоделками строительными, отделку производить. Правильно? Это не строительство. Это совсем другая работа. То есть речь идет о борьбе противоположности, а мы-то строительные технологии. Построить, разрушить, разрушить, построить. Да, крышу поставить. Ну, вообще несерьезно. Фундамент и так далее. Что плохо, основа. Слово, категория плохая. Давайте фундамент скажем. Мы построили фундамент социализма. Основу социализма построили. А что основа социализма? Диктатура рабочего класса. Что? Диктатура рабочего класса. Диктатура рабочего класса не основа социализма. Это надстройка. Это надстройка. Надстройка никогда не была основой. И не может быть основой. Способа производства и формации. А что является основой социализма? Подсказывают, что общественная собственность на средства производства. Только они подсказчики неправильно подсказывают или правильно подсказывают? Это уже второй вопрос. Почему это второй вопрос? Это для вас второй вопрос. Конечно, основа социализма – общественная собственность, наследство. Она что, отдельно от общественных отношений социализма? Она выражается в определенных общественных экономических отношениях, отношениях подчинения производства общественным интересам. А интересы общественной в первой фазе коммунизма – это интересы рабочего класса. Ну вот, даже если мы эти хотим вопросы разобрать, нам нужно точно и четко употреблять категории. Вот. И вот мы доходим с вами уже до такой стадии, когда речь идет о таких категориях, в которых очень много во всякого рода логиках, формальной логики и так далее. И много на эту тему писали. И вот Гегель взялся наводить тут диалектический порядок. Вот. Поэтому это сложно. Во-первых, почему нам это сложно? Во-первых, мы логику как таковую не изучали. Такой предмет у нас где-то в 50-х годах пропал. Ну и особенно печалиться по этому поводу нечего, потому что и сам Гегель так относится к этой логике, что там, так сказать, систематизация есть по принципу рядоположенности. Рядом положить, это так назвать, это так, это так. Никакой связи между ними и обоснования, почему и что и как называется, нет. А вот если вы здесь, вот я сейчас открываю оглавление, некоторые хотят быстро охватить науку логики как целое. Нет проще задачи. Открываешь оглавление, и вот смотрите, пожалуйста, мы вот изучаем с вами сейчас раздел суждения, правильно? Потому что когда мы изучали раздел понятия, мы изучали всеобщее понятие, особенное понятие и единичное. Добрались до этого. И увидели, что единичное тоже всеобщее. Хотя нам казалось изначально, что они разделены, и особенное тоже всеобщее. Но всеобщее с одним отрицанием, а всеобщее еще со вторым отрицанием уже единичное. Правильно? Берем яблоко, потом берем отрицание, берем желтое яблоко, берем желтое яблоко, которое у меня. И получаем единичное яблоко. Но это все яблоко, это все всеобщее. И вот это вот единичное яблоко с двумя отрицаниями, как всеобщее с двумя отрицаниями, это что? Это конкретно всеобщее. А первое яблоко, которое не у меня нет, а где-то есть. Это, как говорят, приехали товарищи в город далекий, спрашивают, а где у вас магазин «Принцип»? Не знаю, что за магазин «Принцип». Ну, вот спрашиваем, вот, где у вас мясо есть? В принципе, есть. Вот, рыба есть? Походили по магазинам, не увидели. Говорит, а у вас вообще рыба есть? Ну, в принципе, есть. И говорю, вот это магазин «Принцип», они сказали. Так и здесь. То есть, когда человек ест конкретное яблоко, тогда, конечно, он ест и яблоко. Правда? И особенное он ест. Он, потому что где-то его взял, а не просто это яблоко вообще. Вот. А если, так сказать, есть разговор о яблоке, так разговор именно о яблоке, а яблока-то самого может и не быть. То есть это уже категория тогда получается, понятие яблока. Ну так вот, это мы с вами разбирали в прошлом году. И разбирали плодотворно. А теперь мы приступили, я бы сказал, вот к этому разделу, который называется 2 глава суждения и 3 глава умозаключения. Ну, самые трудные для понимания, для восприятия и для запоминания. Потому что даже это запомнить тяжело, не только что. А как запомнить? Надо чаще читать оглавление. Вот смотрите, как хорошо открываешь и видишь, значит, идет сначала суждение. Правильно? 2 глава. Суждение личного бытия. Мы с вами все знаем, что сначала идет наличное бытие, а после наличного бытия идет учение о сущности, да? После бытия идет учение о сущности. Но сущность чем отличается? Рефлективный подход там. Поэтому вот Б. Суждение рефлексии. Потом начинается уже то, что относится, собственно, к сущности и к переходу ее. Потому что рефлексия – это как бы первая часть учения о сущности, да? Рефлексия. Там категория рефлексии самая такая непонятная. Когда вы ее читаете, почему она непонятная? Потому что она непривычная. Потому что я, если о чем-то говорю, должен говорить со ссылкой на то, от чего оно отражается. Вот вы не такой, как Мордовин, я заметил. И так далее. А я не такой, как стол, как некоторые тоже заметили. Или стол не такой, как я, по крайней мере, он хоть ровный. И то есть это все и странные такие, то есть рефлексивные. На самом деле все мы воспринимаем, скажем, такие суждения, как что такое отец. То есть у него сын есть. А что такое муж? Это про кого речь? Муж. Про жену. Потому что если нет жены, никакой он не муж. А жена, если говорят, мужа имеет в виду. А дети? Родители имеют. А родители? Ну, нет детей, какие они родители? Это все рефлективные понятия. Рефлексивные. И сплошь и рядом их полно. Другое дело, что нам в голову не приходит такие вот брать понятия, привычные для нас, и называть их рефлексивными понятиями. Но мы должны понимать, что они на самом деле говорят о том, что является предметом разговора, через отсылку к тому отражением, чего он является. Невеста не бывает без жениха. Ну, без наличия жениха. А говорит, невеста есть, жениха нет. Но если он убежал куда-нибудь, это да. Но тогда она уже не невеста тоже, вдруг. И ну, то же самое и бабушки, и дедушки. Ну какие они бабушки, дедушки, если нет, без внуков, смешно. Или внуки, а бабушки нету. Да, можно говорить, чьи они внуки? Нет, ни бабушки, ни дедушки, бывает и такое. Были. Может же быть невеста без тещи. А? Может же быть невеста без тещи. Без преданница может быть. Какая невеста? Невеста без жениха не бывает. Если ей только есть жених, тогда она невеста. Уже идет разговор о будущей свадьбе, тогда говорят жених и невеста. И даже дразнят теле-теле-тесто. Ну вот смотрите, рефлексия. А потом пошло суждение необходимости, где это дальше берутся другие категории сферы сущности, которые мы проходили, и как бы применяются, прилагаются для того, чтобы эти категории рассматривать, ну, как бы в союзе с вот с теми категориями, которые до нас уже изучены. То есть мы не в отрыве просто переходим еще к какому-то материалу. Мы этот материал о понятии увязываем с тем, что понятие вообще отражает действительность, правильно? Если понятие отражает действительность, значит все понятия, в зависимости от того, что они отражают в действительности, и классифицируются, правильно? Если они отражают наличное бытие, это категории наличного бытия. Если они другое не могут. Если они отражают рефлексивные какие-то вещи, рефлексию, то это суждение рефлексии. Если они отражают то, что относится уже к действительности, а это вот близко к суждению необходимости, вот так называется у Гегеля. Суждение необходимости, там категорическое суждение, гипотетическое суждение, разделительное суждение. И потом идут суждения понятия. асерторическое суждение, проблематическое суждение, аподектическое суждение. То есть уже суждения взяты уже из этой сферы, из сферы понятий. Вот у меня был такой случай, я регулярно с Дмитрием Юрьевичем Пучковым выступал, когда вот начинаем, мы так садимся, он говорит: Михаил Васильевич, я вас категорически приветствую. Я говорил, я тоже вас приветствую, потом категорически, потом думаю, он вяжет тут вроде как диалектику, пытаюсь нести. И я ему в очередной раз, когда он говорит, я вас категорически приветствую, а я ему говорю, а я вас аподектически приветствую. Поскольку вот последнее из видов суждений понятие аподектическое. Ну вот чтобы понять, что это такое, это нетрудно. Это вот если у вас просто есть дом, и он хорош, это еще проблематическое суждение. А вот дом, устроенный так-то и так-то, у которого есть хорошая крыша, она под ударами стихии не развалилась, так вот дом, устроенный так-то и так-то, это хороший дом, хорош. Вот такое суждение, это аподектическое. Поэтому ничем оно не хуже, чем категорическое. Категорическое, я вам сказал, вот так и все. Хорошо? А чего хорошо? Кому хорошо? Вы ничего не поняли, я ничего не объяснил. А категорически все хорошо. Все категорически. Поэтому, скажем, вот мы доходим до того, чтобы выяснять, а почему это так? Что является, так сказать, положительным, хорошим в связи с его содержанием, а не само по себе, не от того, что мы его провозгласили. Ну вот, то, что я сказал, относится к чему? К облегчению наших страданий, которые связаны вот с изучением этих категорий. Потому что это вот, не знаю, как вы, может, вы и не страдали. Я, например, вот это вот для меня тяжелый очень кусок. Вот я когда в очередной раз сюда захожу, я вот попадаю в такое место, где ты вот то ходишь по лесу, там сосновый бор, красота, идешь, а тут раз и болото такое, тут очень тяжело. Поэтому я вам сочувствую тоже, думаю, что вряд ли вы тут быстро бегаете по этому месту, вот, потому что это довольно сложно. С другой стороны, даже если вы поймете, что здесь происходит классификация всех видов суждений с учетом того, что они привязываются к вот тому движению категории, которое уже имело место до этого вот пункта. То есть как же эта классификация, основанная на том, какие категории являются более ранними, более поздними или промежуточными и так далее. Чтобы не получилось, что мы эти категории называем просто потому, что ученый Иванов решил вот так вот классифицировать, а ученый Петров, ему это не понравилось, он вот так. А приходит слушатель Сидоров, я думаю, ему что Иванов, что Петров. Думаю, и это вроде ничего, и так ничего. Хочется за что-то зацепиться. То есть Гегель ищет основу для того, чтобы эта классификация была всеобщей, а не такой, что потому что кто-то так придумал. Ну вот он придумал так, и что? А другой придумал это, а третий придумал. Вот сейчас время придумать то новый социализм, то новый капитал, то еще чего-нибудь. Еще старого социализма никак не можем, так сказать, построить. Только в одной стране сейчас весь социализм сохранился, в Северной Корее. Как коммунизм в первой фазе. А в Китае там планируют лет через 100. И в такой огромной стране, где 1 400 000 000, сказать, что это слишком долго, не поднимается, как говорится, голос, чтобы это дело сказать. Хорошо, если там нет голодающих. Представьте себе, 1 300 000 000. Нет голодающих. Китай. И там переходный период, может быть, очень... А что толку, что быстро переходный период? Вот было такое время у нас, такая ситуация совершенно исключительная, что либо мы пробежим за 10 лет, которые другие страны, то что другие страны проходили 100 лет, говорил Сталин, либо нас сомнут. То, что нас смяли, никаких нет сомнений, если бы мы вот не были готовы к войне в технологическом, техническом, экономическом и военном отношении. А мы стали крупнейшей военной державой мира. Как говорится, как вы понимаете, эти 3 главы государства собирались в связи с тем, что иначе все будет решено Советским Союзом. Надо подходить и договариваться, чтобы как-то сюда встроиться, потому что они гонялись во время, так сказать, когда развивались на этом главном театре военных действий и событий, они гонялись по всему миру и свои колонии подтягивали и отбирали колонии Германии и Италии. Америка была занята там, в Азии там, поближе к Китаю, к Японии. Вот. Значит, англичане с этого, со Средиземного моря здесь вот пытались кое-что забрать и так далее. А когда они увидели, что все, заканчивается война и победителем будет Советский Союз, тут они сразу готовы были уже прийти, хотя надо отдать им должное, а они все-таки вот, военно-техническую помощь помогали. И все время они норовили нам летчиков прислать, а Сталин говорит, не летчиков, у нас летчиков тут просто вот море, отдайте нам самолетов. Только не последний, не это, не старых моделей, не старые нам не шлите, потому что у нас лучшие самолеты. Лучше мы, так сказать, нам лучше надо, чем немецкие. И в общем, так сказать, это свой вклад, так сказать, внесло, конечно, в общее дело и в победу. У нас летчиков промышленных масштабов выпускали больше, чем самолетов. Да, вот такая штука. Ну вот, это мы должны иметь в виду, чтобы, так сказать, душевно успокоиться в отношении того, что не так просто это понять. И теперь мы уже непосредственно переходим к тексту. Мы остановились в прошлый раз на том, что рассмотрели отрицательные суждения. Какое суждение более богатое, положительное или отрицательное? Конечно, отрицательное. А? Конечно, отрицательное. Да, потому что люди, не изучающие, скажут, ну что, положительное всегда лучше же, чем отрицательное. Правильно? А что значит отрицательное? Отрицательное, то есть оно, в нем есть не просто, но оно ближе к истине, потому что истина, она обязательно содержит в себе не только утверждение, но и отрицание в той или иной форме. Но это отрицание не зряшное отрицание, а это отрицание, которое является всегда снятием и сохраняет в себе то, что отрицается. Поэтому, если отрицательное суждение идет за положительным суждением, да, если оно идет за ним, то, следовательно, оно в себя его включает, есть его снятие положительного суждения. Ну а что за отрицательное суждение? Как оно выглядит? Это отрицательное суждение. Кто скажет, как выражается отрицательное суждение, в каком выражении? Кто-нибудь может сказать? В каком предложении? А? Субъект не есть предикат. Но это правильно то, что вы сказали, но не истина. Почему? Потому что вот Гегель специально объясняет, что субъект есть предикат, это вот такое вот рассуждение, суть лишь название. Вот смотрите, на 59-й странице, наверху, в первом абзаце. Суждение высказывает лишь одно. Субъект есть предикат. Это для вас вот лично, персонально Гегель вам посвятил. Фамилия не написана была, но он это имел в виду. Так? Или так как субъект и предикат суть лишь названия. Ну вот идет субъект какой-то, это предикат какой-то. Никакого содержания нет в этих словах. Правильно? Точно. Что первое, что второе. Так. Или так как субъект и предикат суть лишь названия, то определеннее. Двоеточие. Единичное есть всеобщее. Но это совсем другое дело. Единичное и всеобщее такие богатые понятия, правильно? И мы уже с вами знаем, что единичное, оно есть в себе и всеобщее. А всеобщее, конечно, содержится тоже единичное. Единичное есть всеобщее. И наоборот. Вот. Из-за этого чисто логического содержания положительное суждение не истинно, а имеет свою истину в отрицательном суждении. А вот вы бы его так сформулировали, как вы это сделали, но только с другими, с единичным и с всеобщим. Как оно звучит? Единичное не есть абстрактно всеобщее. Это вот последний абзац, вторая строка. Положительное суждение имеет свою истину ближайшим образом в отрицательном. Единичное не есть абстрактно всеобщее. Ну, например, яблоко, которое я ем, оно не абстрактное яблоко. Это яблоко именно то, которое я ем. Единичное не есть абстрактно всеобщее. То есть вы будете доказывать, что это яблоко, да я не спорю, но оно не есть абстрактное яблоко. Это вот то яблоко, которое уже у меня. А вот то яблоко, которое есть у меня, вкуснее, чем то яблоко, которое вообще есть. Вот у вас, например, есть, а у меня нет. Мне оно кажется более вкусным, вот то яблоко, которое есть у меня. Не знаю как. А вам кажется более вкусным то, которое у вас. У нас, как говорится, с мясом хорошо? Хорошо, без мяса плохо. Вот, поэтому где и у кого есть это всеобщее, это отдельный вопрос. Так вот, единичное не есть абстрактно всеобщее. А что значит не абстрактно всеобщее? А тогда какое оно? Особенное. Ну, товарищи. Вот он как Ленин, посмотрите на него. Да, посмотрите. Молодец. Правильно. Не есть абстрактно всеобщее. Обратите внимание. Вот Гегель широко использует в тех местах, где нужно выделить что-нибудь, курсив. Он в надежде на то, что люди, которые будут читать, на это обратят внимание, что среди сплошного текста выступают некоторые положения, которые там резюмируют или кладут начало и следующего. Единичное не есть абстрактно всеобщее. Тут все слова курсивом, кроме слова абстрактно. Чтобы, так сказать, форма, единичное не есть всеобщее, вот он намекает на то, что это все-таки отрицательная форма. Почему он только намекает? Потому что если дальше будете разбираться, то получится, что единичное есть некоторые особенные. Уже не последние слова на этой странице. Но раз оно не абстрактно всеобщее, а какое тогда? С отрицанием. Раз оно не, абстрактно всеобщее, не есть. А что является отрицанием абстрактно всеобщего? Что? А? Особенное. Да. Особенное это то, это всеобщее, но не абстрактно всеобщее. Из всех яблок выбрали Антоновку. Это уже что? Ну, если бы это было просто яблоки, как сейчас говорят, летние яблоки и продают. Что за такие, то есть дворняжки такие вот продают. Сезон. Или оттенки. А? Сезонные яблоки. Сезонные, да. Вот сейчас сезонный яблок. Поэтому сезонные яблоки мы вам и даем. А что, вывели все сорта, что ли? Нету ни малиновки. Сезонные. Сезоновка. Сезонные. Так. Вот, и мы получили такой вид отрицательного суждения. Единичное есть некоторое всеобщее. Где вы тут видите отрицание? Некоторое. Некоторое, а где вы видите отрицание-то? Не. Не. Вот. Вот, не. Вот не мы и видим. Вот кто не видит этого, нет, тот не видит отрицания. А так вообще, если вы скажете, единичное есть некоторые особенно, кто скажет, что это отрицательное суждение? Некоторые. Но некоторые, значит, это не некоторые, другие не подходят сюда. Тут здесь сидит отрицание. Некоторые. Все которые, а это не которые. Вот. И дальше Гегель уже говорит, что вот это, так сказать, есть. Подводит итог на следующей странице 60. Как бы Гегель только и думал, как нам понятнее для кружка объяснить, как раз вот для первого занятия, что единичное есть некоторые особенные, тире, таково положительное выражение отрицательного суждения. Но это хорошо же. Понятно? Как вы сказали, положительное? Да не я сказал. Это вы говорите, что вы говорите. Да я не берусь, на себя не беру ответственность. Это Гегель. Значит, первая строчка второго абзаца, страница 60. В кавычках. Единичное есть некоторые особенные, и все курсивом. Это специально выделено, чтобы наши участники кружка не пропустили. Увидели, что курсивом, потому что если будет не курсивом, пропустят обязательно и побегут дальше. А тут они остановятся и задумаются. Они остановились и задумались, и когда они задумались, тогда он и объясняет. Таково положительное выражение отрицательного суждения. И слово «положительное» выделено. чтобы мы понимали разницу. Одно дело отрицательное суждение по смыслу. Так? Вот. А другое дело положительное выражение отрицательного суждения. Вот такое положительное. Но суждение потом он дальше говорит, и с ним попробуйте не согласиться, в этом же абзаце последние слова. Суждение должно рассматриваться равным образом, как отрицательное. Сможете вы поспорить? Если у вас есть положительное выражение отрицательного суждения, так должно быть отрицательное, рассматриваться как отрицательное. А что значит? Который отрицает себя и продолжается в своем другом. Определение суждения, пишет Гегель на странице 60 в конце. Определение суждения, как определение понятия, есть в себе самом нечто всеобщее, положенное как продолжающееся дальше в свое другое. Он напоминает нам, что это определение понятия, это не бревна мы разбираем и не кирпичи перекладываем. Это понятие, а понятия, они, все понятия продолжаются одно к другому. Не бывает так, чтобы понятие замкнулось только на себе. Они все связаны. Например, привожу пример. Вот мы разбирали диктатуру пролетариата, одно определение, да? А потом вдруг открываем детскую болезнь левизны в коммунизме, и там видим совершенно другое с виду определение. Диктатура пролетариата. Есть упорная борьба. Кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. А силы и традиции старого общества при социализме все время есть. Пока он социализм, пока есть родимые пятна капитализма, пока еще не полностью определение Ленина класса, имеется противоречие интересов не только разных классов и слоев. А есть еще и противоречие интересов внутри у каждого работника. И всегда, вместо того, чтобы взять приоритет всеобщего интереса, то есть интересов рабочего класса, может быть взять приоритет других интересов рабочего, или интересов интеллигента, или интересов колхозника, которые не являются всеобщими, они не против социализма, это все интересы позитивные. Но есть и интересы, которые противоречат общественным интересам у каждого члена социалистического общества. Поэтому неверно, во-первых, считать, что члены социалистического общества есть такие классы и слои, которые заинтересованы в разрушении социализма. Нету такого интереса. Но есть такой интерес, который у всех, который, если будет взят как приоритет, приведет к противоположному социализму, действиям, и приведет к разрушению социализма. Надо сказать, что вот этого обстоятельства товарищи не видели, особенно на фоне тех великих побед, которые у нас были, и в том числе и больших потерь, потому что вы, когда и так столько побед и столько потерь, 27 миллионов человек погибло в результате войны, и вот вы сейчас собираетесь призвать опять к борьбе. Сколько можно бороться, Константин Газарьевич? Вы же понимаете, как вы собираетесь снова звать в борьбе? Давайте будем призовем всех, что скажем, что тоже говорят. Борьба закончилась. Тоже говорят, что да, борьба закончилась. Социализм победил полностью окончательно. То есть спите спокойно, дорогие товарищи. Проснетесь, у вас будет уже капитализм. Спите спокойно. То есть сам социализм, сам коммунизм, это тоже есть движение. Коммунизм есть движение. И раньше говорили Маркс и Энгельс, коммунизм это не готовая система, в которой будет облагодетельствовано человечество. А это что такое? А это все учение о коммунизме может быть выражено одной фразой. Уничтожение частной собственности. А как его уничтожить? Сейчас пойти, что разломать все предметы собственности. Некоторые это разделяют собственность и предметы собственности. А собственность наша. А вот что такое уничтожение частной собственности? Это право присвоения. Это не право надо присвоения. Надо понимать, что такое собственность. Уничтожение частной собственности означает создание системы общественной собственности. Никакого другого уничтожения частной собственности нет и быть не может. То есть, чтобы субъектом собственности был было общество. Что для этого нужно? Для этого нужно планомерное разрешение всех противоречий в интересах рабочего класса. Потому что его интересы общественные пока еще не полностью уничтожено деление общества на классы. Общественные интересы имеют классовый характер, есть интересы рабочего класса. И всякое ущемление этих интересов, или отступление от них, или, так сказать, объявление какой-нибудь общенародности. А общенародность сразу подстригает это вот различие интересов, сразу упирает различия между передовыми и непередовыми интересами. Общенародность, я скажу, всем хочется пожить лучше. Вот вам общенародные интересы. Тащи один одно потащил, другое потащил, другое, третье. То есть такого вот понимания не было, и мы когда вот думаем в этих вещах, вот вроде мы собираемся и разбираем абстрактные вещи, но мы эти вещи разбираем для того, чтобы иметь понимание о выражениях понятий того, что происходит там в стране, в обществе, в истории мировой и так далее. А не просто так. И если кому-то кажется, что мы очень медленно двигаемся, ну, покажите мне этих быстроходов, которые быстро пришли, и очень много всяких глупостей болтают там о новом социализме или новом капитале. Капитал написан раз навсегда. И ленинские произведения написаны на какой период? До полного уничтожения класса. До полного уничтожения класса. Да никакого империализма не будет, а ленинское произведение будет актуально. Может еще 300 лет понадобится для полного уничтожения классов после того, когда не будет капитализма. Тем более события в нашей стране. Мы так далеко опустились назад от того, что мы не поняли, что нужно постоянно бороться, а не думать, что вот движение вперед, оно как бы пойдет. Вот потому что если вы построили, можно уже жить, здесь уже тепло. Хотя, между прочим, ток надо подавать постоянно. Это постоянно люди работают на электростанциях, и ток постоянно подает. Постоянно работают турбины. И постоянно нужно ремонтировать. А если не будете их ремонтировать вовремя, то будет то, что у нас было. Гигантские аварии с убийством большого количества людей. Вся, так сказать, деятельность, вся жизнь сводится. И вся там наша жизнь, здесь борьба, это не только революционная песня, это, так сказать, тот процесс, который... Просто само слово «борьба», оно, ну, как бы, да, вообще конкретно пугает. Ну, что значит, почему бы я боролся, с кем мне надо бороться? Да? Не понял. Вас тоже пугает? Нет, меня нет. А вы сказали всех? Я же не надо. Мы слышали все. У нас записано. Степан Степанович, это не вырезайте. Это если что будет. Это если будет какой процесс открытый, мы потом это дело снова это зачитаем. Никогда такого не надо. Вот надо будьте аккуратны. Никогда такого не надо. Никогда говорить это всеобщее употреблять там, когда есть. Вот тут же слова есть. Некоторые. У вас отрицательное суждение. Некоторые отрицательные люди, некоторые действия совершают, а вы все против борьбы. Как это все? Категорически. Нет, все против того, чтобы утром умываться, все против того, чтобы мыть руки перед едой, да? Все для того, что, против того, чтобы здороваться. Ну это все тоже все борьба. Ну такие вот простейшие вещи. А? Единичное во всеобщем есть. Есть. А какой единичный? Вот вы как единичный, если человек, собираетесь бороться за общее дело? Ну так а что тогда вы взяли и вычеркнули? Дескать, мы вам желаем, я сейчас уйду, а вы давайте на своем корабле. Раз вы бороться собрались, боритесь, но без меня. Я как отрицание всеобщего. Вот чем хорошая эта наука, что она не дает никуда улизнуть. Почему прокурору и куда тут не едешься? Это формально. Идите в кружок. Конечно. И, конечно, я всем рекомендую, кого это затрудняет, идти в кружок формальной логики. Никто таких кружков не ведет. Не знаю почему. Пытаются. Пытаются, может быть, да. Но у них недолго. Так. Суждение должно рассматриваться равным образом и как отрицательное, раз оно. Иначе оно не полное рассмотрение, правильно? Или мы-то понимаем, у нас уже есть уже взгляд. Не может быть положительного без отрицательного. Положительное и отрицательное – это близнецы и братья. Если вы рассмотрели положительное суждение, как вот наличное бытие положительное, то иначе должно быть и отрицательное. Вот мы и берем как отрицательное. Если одно есть другое, оно вместе с тем не есть то, что есть другое. Вот следующий уже сразу абзац. Этот переход основывается на отношении между крайними членами и их соотнесением суждений вообще. Это я беру третий абзац, страница 60. Положительное суждение есть отношение непосредственно единичного и всеобщего. Следовательно, таких, из которых одно вместе с тем не есть то, что есть другое. Вот все эти вот рассуждения, роза есть растение, они же как по виду имеются тождество. Какое же тут тождество? Роза – это роза, растение – это другое понятие. Что, потому что кроме розы есть еще и дубы, есть хмель, есть кипарисы, мало ли чего есть. Поэтому это любое суждение, если к нему присмотреться, оно кроме тождества содержит и отрицание. Обязательно. И надо его и так рассмотреть. Определение суждения, как определение понятия, есть в себе самом нечто всеобщее, положенное, как продолжающееся дальше свое другое. Это вот написано в последнем абзаце на странице 60. А на странице 61 написано, что вышеуказанный переход от формы соотношения в форме определения приводит к тому непосредственному выводу, что не связки должно быть в такой же мере присоединено к предикату. То есть не только к субъекту, субъект это не. Ну так тогда и не надо я понимать так, что вот. То есть раз одно отрицает, другое отрицает. Нет, не это не отрицает и предикат. Почему оно другое отрицает? Это вот то не, которое тут стоит, субъект, это не то. Тройное получается отрицание. А? Тройное уже. Почему тройное? Оно полное просто. Вы его должны взять. Все, что если стоит, вот три слова стоят, так это не относится не только к первому слову, но и ко второму. Это очень понятная мысль. Да, конечно. А вы хотите тройное. Тройное – это одеколон. Другое. Как у музыключения. А может быть, вот так его выпустили, чтобы понимать эту троичность вот в свое время. Вот убрали… Теоретически хотели назвать, а потом подумали, что… Тройное напишем, и все. Вышеуказанный переход от формы соотношения к форме определения приводит к тому непосредственному выводу, что не связки должно быть, нет, причем курсивом здесь, в такой же мере присоединено к предикату, и последний должен быть определен как не всеобщее. Вот стоит как раз всеобщее, мы это читаем и думаем, что это вот оно есть всеобщее. А оно, нет, так мы думаем про субъект, а надо подумать и про предикат. Предикат, сам предикат не всеобщий. Ну да, сам предикат не всеобщий. Последний должен быть определен как не всеобщий. А как он не всеобщий предикат? Особенное. Кто не знает, как из всеобщего сделать особенное? Все знают здесь, да? Поставить не и все. И будет особенное. Если отрицательное фиксируется по совершенно абстрактному определению непосредственного небытия, то предикат есть лишь совершенно неопределенное и не всеобщее. Об этом определении логика обыкновенно трактует при рассмотрении контрадикторных понятий. Причем она там настоятельно внушает, как нечто важное, что, говоря об отрицании какого-нибудь понятия, следует иметь в виду только отрицательное. И последнее следует понимать лишь как просто неопределенный объем другого по отношению к данному положительному понятию. То есть что-то такое невразумительное логика трактует, потому что согласно диалектическому учению не может быть только положительного без отрицания. И не может быть отрицательного без положительного. И если кто-то так где-то трактует, то это не укладывается вот, в диалектическую логику ни в коем образом. А? Да. Уже в наличном бытии чуждые мысли ничто становится границей. Почему чуждые мысли ничто? Почему это вдруг ничто стало чуждым мысли? Вот теперь мы обнаруживаем в третьем томе Так мы с такой радостью вникали в это ничто, когда мы изучали бытие и ничто. Нам так это нравилось. А почему нам это нравилось? Потому что оно изолировано от всего. Оно от всего изолировано. Оно ничто, оно лишено всякого содержания, ничто. И поэтому оно самое легкое. Вот мы и радовались. Вот как нам хорошо. А оказывается, это самое вот ничто, но оно уже в наличном бытии, чуждые мысли ничто становится границей. Сначала она становится небытием. Помните, небытие принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия, называется. Что называется суждение? Небытие, принятое в бытие. Так что, конкретное целое имеет форму бытия, называется? Есть определенностью наличного бытия. О, учитесь. Понятно, вот так. То есть оно уже неотделимо от этого наличного бытия. И не может рассматриваться отдельно, оно просто определенность его. Этого наличного бытия. Как вы определенность можете оторвете? Уже вы не оторвете ее никогда. А потом получается вообще определенное наличное бытие. Сначала определенность наличного бытия, а потом определенное наличное бытие, которое называется... Определенное наличное бытие как называется? Ничто. Как? Определенное наличное бытие как называется? Нечто. Нечто, да. Нечто. То есть потом мы уже так много получилось, что мы сворачиваем налично сущее, а потом уже просто нечто. И там все есть. И там не и что нечто. Соединены в одно слово. Не и что. А нечто это положительное высказывание? Нечто. Или отрицательное? Положительное. Нечто положительное. А вот когда появится иное, это будет иное по отношению, когда оно уже рядом появится. Конечное и от его отрицания. Граница. Граница это... Отрицание нечто? Отрицание. Отрицание. А нечто есть в своей границе, так что значит, оно и утверждение. Уже никак вы не отвяжетесь от этого отрицания. Если бы нечто было только вот граница не его, так вы что, отдадите всю нейтральную полосу иностранцам, что ли? Тогда она просто передвинется. Что значит передвинется от этого? Да. Вот, отдаешь эту полосу, появляется другая полоса. Куда? Ничего мы не отдадим нашу полосу нейтральную. Она нейтральная, то есть принадлежит нам. Я правильно рассуждаю? Да. Но она им тоже принадлежит. Но нам-то принадлежит. Это не мешает то, что она им принадлежит. Я же не говорю, что она им не принадлежит. Я говорю, нам-то принадлежит нейтральная полоса. А то, что нам принадлежит, мы отдадим или нет? Вы уже начали какие-то разговоры о передвижении полосы. Но вас вскрыли тут. Если может, нам задание такое дали, чтобы мы на ранних подступах уже выясняли, где кто куда собирается отступить, как что сдать. За какую границу? А? За какую границу? За замок закрыта граница наша. Воротарь, помните песню? И воротарь, готовься к бою. Часовым ты поставлен ворот. Так, граница. Через посредство которой нечто соотносится все же с некоторым другим вне его. Это для соотношения с другими просто, и все, это посредство, это ваше средство. У них это их средство, это наше средство. Мы через границу, когда переезжаем, соотносимся с другими людьми из другой страны. Как вы еще можете соотноситься с другими людьми без границы? Никак. Потому что граница это что? Одна и та же определенность, которая... соединяет, разделяет два нечто. Дает. Смотрите, чувствуется, что подготовка растет с каждым годом. Прекрасно. А что тогда вы хотите при такой подготовке сдать нашу границу? Нейтральную полосу хотели все отдать. Граница все равно будет. Так она будет такая. То есть, если сказать, она все равно будет. Сколько бы мы ни отдали противнику, все равно будет граница. Давай, отдавай. Все равно граница будет, получается. Нет, если мы свое отдадим... Кемскую волость хотите отдать, что ли? Так, ну что, время наше истекло. Значит, задание на следующий раз. Значит, закончить этот раздел, который относится к чему? К отрицательному. Значит, потом бесконечное суждение. Вы увидите, в бесконечном суждении читать, в общем, нечего. Там оно бесконечное, потому что там... Выражение бесконечного суждения – это единично и единично. Что там далеко мы не размахнемся. И не сильно вы устанете от этого. Поэтому и дальше переходим к рассмотрению суждения и рефлексий. Ну вот, этого достаточно много. То есть суждения и рефлексий. Так, и суждения, и рефлексии. Так, суждение необходимости. Так, суждение и рефлексии. Нам этого хватит. Суждение и рефлексии разбираем. А тот, кто хочет вперед идти, никто ему не запрещает. Да. Следующее занятие 12-11. 12 ноября. Да. На этом занятие сегодня закончено. Спасибо.